Привет, привет, мои хорошие. Сегодня у нас такое видео, которого давно не было у меня, давным-давно. Распаковка. Распаковка. Я заказывала, вы не поверите, вчера ночью. Нет. Позавчера ночью я заказывала вещи в интернете, увидела в Инстаграме, мне очень понравилось. И заказала, и сегодня я уже днем это получила. Вот такой пакет. Я не буду громко разговаривать. У меня, как всегда, спят дети. Сейчас подальше. А то меня иногда смотрят нервные люди тоже. Так, здесь внутри вот такой пакет. Будем потихонечку. О, детские стульчики. Помощник. Вытаскиваем. А в надетом виде вы увидите это все после. Я всегда вещь, то, что нужно постирать, стираю. То, что нужно отпарить, отпариваю. Потом надеваю. Потому что, когда только вы достали вещь, она бывает в таком состоянии, что она даже вам визуально может не понравиться. Прошу прощения за шуршание, но что делать? Распаковка – это такая вещь. На ощупь и на цвет мне нравится. Это у нас М-ка, да, М-ка. Ну, в принципе, я могла бы и эску заказать. Это такое свободная такая туничка. Давайте посмотрим швы. Так, ниточки есть, вот просто которые... Не которые нужно обрезать, а просто на вещи нашла нитки. Внутренние швы. Запаха нет. Это не реклама. Когда реклама, когда мне вещь выслали на обзор, я всегда говорю, вещь пришла на обзор. Это не реклама, я купила вещи за свои деньги. Мне просто понравилось. Ну, прям вот где-то через недельку, через две носить можно будет. Здесь большие такие. Нет, они не глубокие, просто широкие карманы. О, эта машина приехала. Мне показалось, что у меня ребенок проснулся. Секунду, я все-таки проверю. Да, это просыпалась моя дочь. Я надеюсь, она вторично не проснется. Я уже не знаю, как разговаривать. Я почти шепотом снимаю видео. И вот все равно. Так, кофточку я уже, в принципе, обзор сделала. У продавца было огромное количество расцветок. Это у нас 50% хлопок, 50% полиэстер. Ну, я выбрала вот эту, не знаю, что так захотелось, потому что у меня и не было такого ничего. Ну, надену, увидите. Дальше джинсовая куртка черного цвета. Я в нескольких магазинах здесь измера смотрела, но именно вот как я хотела, не нашла. Вот она. Единственное, когда я ее брала, меня смущало, что у нее немножко коротковатый рукав, но ничего. Я же ее зимой в холода таким морозом носить не буду. Ничего в ней нет, ни вышивки, ни камешков, никаких заклепок, ничего. Сзади тоже вот такая простая. На пуговицах есть нитки. И довольно-таки немало ниток. И вот, вот везде нитки. Видите? Так что не будем грешить только на китайские вещи. Вот это. Нитки есть. Вот. Везде. Так. Ремешок. Ну, в основном, в принципе,
вот эти ниточки срезать. Сейчас посмотрим внутри, насколько аккуратно. Внутри аккуратно. Внутри ниток нет, внутри аккуратнее, чем снаружи, честно если сказать. Так, по ценам не помню, если не забуду, я напишу под видео или здесь с субтитрами где-нибудь. Это что-то среднее между бомпером, курткой, ну такое что-то плюшевое, мягкое-мягкое плюшевое, типа курточки. У нее было бордового цвета, темно-бордового, и вот такого вот черного. Внутри подкладка, полный рукав. Нет, я потом надену и покажу. Есть капюшон. Смущало, что капюшон несъемный, один размер. Ну, ничего. Он, знаете, не такой торчащий, стоячий, грубый. Поэтому, думаю, а, пусть будет капюшон. Полностью черная. Вот здесь полосочки на рукавах. И вот буква N, по-моему, это, да? Что это означает, не знаю. С этой стороны ничего нет, кроме полоски на рукаве. Что-то я разучилась, по-моему, обзоры делать. Все как-то вот нелепо получается. Здесь у нас резиночка. Это, наверное, капюшон затягивает. Да, чтобы затягивать капюшончики. Если вы попадете в ветреную такую погоду, накинете на голову, и будет вам тепло-тепло. Молния. Черный цвет вообще очень тяжело передать. Вот. Надену, посмотрите. Еще сегодня же на этой же странице заказала спортивный костюм. Он сегодня у них вышел в продажу, и сегодня снова сделала я у них заказ. Эти нитки, конечно, мне очень не нравятся на куртке. Ну, что поделать. На данный момент закрываюсь. Далее будет примерка. Но не сегодня. Сегодня уже не примерю. Порядок вещей я сегодня не привожу. Как приведу порядок, так померю. А вот и вещи на мне. Мне очень-очень нравится. Я не знаю, как вам. Она настолько комфортная, настолько легкая, настолько ее не ощущаешь на себе, настолько мягкая и нежная. Ну вот, мне нравится. Единственное, я бы хотела бы из-за длины своих рук рукава чуть подлиннее. Я не знаю, мне везде просится рукава подлиннее. Хотя, в принципе, нормальные здесь рукава. И карманов нет. Ну, я хоть... А, есть карманы. Блин, я уже начала жаловаться, а карманы-то есть. Вот. Капюшон я вряд ли буду носить. Я не любитель капюшонов. Я буду ее носить вот так. Она очень свободная. Вы можете сюда надеть толстущий свитер, и вы его не заметите. Точнее, никто на вас его не заметит, что вы стали толстый-толстый. Вот. Красота. Ссылочку на страницу в Инстаграм я оставлю, но это для тех, кто живет в Турции. Так, следующее сейчас покажем, что у нас. Следующее у меня черная джинсовая курточка. Так, заработал холодильник. Длина хорошая. Можно снять ремень, в принципе, он не мешает. А рукав такой укороченный, я его буду подворачивать, потому что я не люблю вот такую вот длину рукава на куртках. А карманы рабочие, глубокие, эти тоже. Ну, в принципе, больше ничего на курточке, вы все видели в обзоре. Показываю, как сидит. Рукав покажу. Видите, короткий у него рукав идет. Укороченная такая модель, видимо. Размер, эмочка на мне. По плечам хорошо, в талии все хорошо, везде все хорошо село. Но мне кажется, я была бы довольна, если на мне была бы элька. Мне так кажется. И осталась последняя туника. Туничка, какой у нее цвет классный. Класс, 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 класс. Никакие ваши жиры не будут видны. У меня-то их нет, но все равно. Классная. На мне размер M.
Я не знаю, почему я резку не взяла. Честно, не знаю. Хотела, видимо, посвободнее, но вот, в принципе, она такая свободная. У меня сегодня прекрасное настроение, за окном прекрасная погода. И я примеряю прекрасные вещи. Нравится, однозначно нравится, носить буду. Мне нравится все. Супер. Ссылочки оставлю обязательно под видео, если не забуду. Всем пока. Бай-бай. Любите себя.